Отрабатывает Чербинев в обороне. 2 секунды оставляет на атаку. Какой же хороший перевод. И не менее тяжелый. Нет, плохое это взаимодействие в углу. Трех от Гафурова. Еще помог. Да-да-да, 2-1-2. Попытался продать, фол Щербинев не получил. Мяч отскакивает в руки Шепарда, но тут не разбежишься. Но... только я сказал, а он... Давайте в нападение, чтобы просто отдать на один, ситуация один в один на Куна Персела. Ну, интересно, трех очков. Передачу Ганкевич, естественно, тут же находит Кейси Шепарда, тот промахивается, но Ганкевич снова его заигрывает, со второй попытки забьет. Не увидел, как там имел преимущество под кольцом Драгана Апич. Хороший бросок.